Последняя картина в цикле о невезучих картинах в Лувре. Только картина эта везучая благодаря своим размерам. «Брак в Кане Галилейской» Паоло Веронезе висит прямо напротив Джоконды и поражает своими гигантскими размерами. 67 квадратных метров. Это самая большая картина в Лувре. И пройти мимо нее невозможно. Что тут за свадьба? И где жених с невестой? В центре? Нет, в центре Иисус с Марией. Жених с невестой присели с краю и уже должны паниковать. На свадьбе закончилось вино. Иисус совершает на наших глазах первое чудо – превращает воду в вино. Виночерпий, сомелье по-нашему, с изумлением вглядывается в бокал. Под видом приглашенных музыкантов сидят художники. Слева в серебристом – сам Веронезе, а в красном справа – Тициан. Свадебный пир – отличная демонстрация культа роскоши и колоссальных возможностей Венеции в XVI веке. Более 130 персонажей, 6 собак, кот и попугай, десятки цветов и оттенков. И все это сказочное зрелище выглядит гармонично, благодаря цветовому чутью художника. Кто мог заказать и оплатить такое гигантское полотно? Не бедные венецианские монахи, желавшие украсить свою трапезную, столовую, чтобы за обедом было на что посмотреть. Наполеон, попав в Венецию, не смог удержаться и вывез картину во Францию, предварительно разрезав для удобства транспортировки. Варвар, что тут скажешь?